А в ноябре месяце в детско-юношеской спортивной школе «Лыжник» началась новая жизнь. Во-первых, она была переименована в школу Олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Федора Симашова. Во-вторых, в связи с освобождением площадей она увеличилась 4 раза. И здесь начался капитальный ремонт. После переезда школы искусств все здание стало занимать спортивная школа. Внимание к ней не случайно. Во-первых, развитие спорта в Заинске уделяется очень большое внимание. А детско-юношеская спортивная школа «Лыжник» подарила городу, да и республике не одно чемпионское имя. Если углубиться в историю, воспитанники школы «Лыжник» уже с первых лет работы добивались высоких результатов. Из первого же набора у нас появились мастера спорта и чемпионы СССР, и чемпионы России. Это, значит, Гайнулина Эльзира, Надежда Исакова и Мария Глухова. Вот эти три прославленные у нас девчонки подняли нашу школу. Вот именно эти девочки подняли нашу школу уже в 89 году, считаю, уже 6 лет, 7 лет. Этой школе мы уже стали первое место заняли среди всех российских школ. 14 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета на ремонт школы. Здесь полностью заменены все коммуникации. Смонтирована современная система вентиляции. Кроме спортзала будут оборудованы сауна, массажные медицинские кабинеты. Новшеством станет отдельное помещение для обработки лыж. По медицинским стандартам эта комната должна быть отдельной с системой вентиляции. Также будет оборудована сушильная комната для спортивной формы. В этом здании будет три спортзала. Два будет, значит, силовых, и один, значит, будет у нас игровой зал. Вот. Планируем, значит, здесь 6 значит, кабинетов для тренеров. Будет оборудовано современным, значит, компьютер должен быть у нас там обязательно. И все необходимые предметы. Сейчас в школе проводятся отделочные работы, завершается монтаж электропроводки. Чуть позже будет завезено оборудование для спортивных и тренажерных залов. Примерно в мае месяце все работы должны быть завершены.